Абсолютно заслуженная победа соперника, с чем мы их и поздравляем. Хорошее давление оказали они на нашу линию обороны. Прежде всего, можно рассуждать там о других моментах игры, о игре там переходных фазах, как «Динамо» реагировал на потерю мяча. Это все тоже очень важно, но давление на нашу оборону, конечно, было очень-очень хорошее, мастеровитое, и с этим мы, конечно, не справились. Имели мы изменение одно в связи с удалением Янковского, но, как говорится, не получилось компенсировать в какой-то мере его потерю, да и вообще практически каждая передача штрафной была чуть ли не голевой, поэтому так играть нельзя, и, в общем-то, отсюда очень много проблем было. Но повторю, что заслуженная по всем показателям победа, поэтому нам надо готовиться дальше, приходить в себя. Наверняка хватает проблем со здоровьем после этой игры, то, что я сейчас видел в раздевалке, а нам уже в среду играть с не менее сильным соперником, поэтому сейчас задача это все выкинуть и восстановиться, и готовиться к нему. Спасибо, есть вопрос. Что-то не хватает терпения до перерыва, добавлено нам всегда. Терпение – это одно из зернышек всей игры, терпение. Прежде всего терпение, и все остальное – это выливается все из уровня мастерства. Если его можно чем-то нивелировать, это хорошо. Если не получается, то сразу вылазят проблемы. То, что пропускаем в концовках – это проблема, да, это концентрация, это усталость, это все что угодно. Опять же, опыт, мастерство. Нельзя об этом умалчивать, мы это видим, знаем. Пытаемся от этого уйти, но есть такая проблема.